Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник. Глава Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий. И глава Херсонской области Владимир Васильевич Сальда. Подписывают договоры между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Российской Федерацией и Запорожской областью. Российской Федерацией и Херсонской областью.